Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Чумной Доктор, и мы продолжаем играть Overlord 2. Ну что ж, нас осталось идти на штурм, айдайте. Если вы готовы, повелитель, мы отнесем сердце башни к столице империи. А зачем? Придется найти способ выстрелить его в стену. Зачем? Высвободившаяся магическая энергия разобьет щит антимагии. А-а-а, вот оно что. Помните, что от выбора фаворитки зависит, на каких скукунах прихвостни отправится в бой. Угу. Госпожа Кельда даст вам волков для бурых, Фева Саламандр для красных, а Джуна пауков для зеленых. Вы уверены, что готовы, повелитель? Абсолютно уверен. Я готов. Поехали. Пробить стену, блин, сердцем. Это сколько там магии мы насосали в него, чтобы потом пробить им стену. А полгода Дэна уничтожит одним своим выстрелом. О, башня красивая какая. Ближе подобраться к покрову антимагии Грабий не смог. Чтобы нанести невосполнимый урон, вам нужно отнести сердце башни поближе к городу. Нахерить там. Потому что такой вид урона самый лучший. Под руководством Гиблета прихвостни построили 3 катапульты. Поблизости есть 3 холма, на которых их можно разместить. Угу. Чтобы я смог послать в бой Граби с катапультами, вам нужно разобраться с имперскими войсками и доставить сердце башни на холм. Я уже почти чувствую запах побоища, господин. Вот это будет сейчас на туре мясорубка. Ай да! 20 сразу придурков отборных. Смотрите, кто с нами здесь присутствует. С нами и губернатор Всесвета. И губернатор Норберга. С нами последний выживший Степан. Где наш Максимус? Вон Максимус стоит, смотрите какой. Чемпион арены вон стоит, Антоха. Степан, убийца этих карликов. Драконорожденный вон даже сбоку с нами есть. Чемпион получит. Он эта армия всех победит. Имперцы не с теми еще связались, они просто об этом не в курсе. Так. Синие, зеленые, красные, бурые, синие. В текстурах. Красные! Все! Синие! Не, красных до хера. Ай, буры лишние не будут, а да еще. Охренеть, тут у них фортификации. Ну пошли. Зло вторгается в империю. Вперед! У нас одни чемпионы элитные, у меня 4200 всего. Волки помогут тебе разорвать пару имперских глоток. Удачи, мой герой. Пусть Солярий пожалеет, что он прислал вас к Ливии с его складками в Норберг. 20 всадников, да у нас получается сейчас будет. Вот это я понимаю, легион. Сейчас будет веселуха. Кавалерия. Вперед! Освобождай рабов. Подчиняй их. Они будут за нашей стороне сражаться. С одного рабства к другому. Недалеко ушли. Давайте, мужики, я вас верю. Кого подожгли? Всадники, ловите. Ловите этих придурков. О, секир, башка, давай, бери. О, блядь. Я про него вообще забыл, эти, честно скажу. Ладно, напомнил. Здесь уже рабов все нашли. Синие!
Синие! Красные! Вы выбрали все! Вообще по нему забыл, где он там сел с этой башни. Нормально такой тотем у нее. Синие! Красные! Зеленые! Прихвостни! О, вы как раз пятеро и будете носильщиками нашими. Хотя... Зеленые! Зеленые, идите. Все! При лобовом штурме... Вам будет не хватать маны, повелитель. Просто подзарядитесь от сердца башни. Не волнуйтесь, запас у нас большой. Этот, как его? Вы в лобовых атаках все равно бесполезны, зеленые, так что не серчайте. Че суетишься? На передовую пойдешь? Суетится он, бегает здесь. Опа. Это опасно. А вот и первый холм. Разберитесь с имперскими воинами. Вперед! Потом прикажите прихвостям отнести туда сердце ваше. Вперед! На что, мужики, да? Вперед! Синие! Все! Снайся вперед, в атаку! Я верю в вас, мужики, да, лови, лови всех. Потери среди красных. Не только среди красных. Нифига себе мы потери несем. Синие не успевают воскрешать. И волки погибают, охренеть. Охренеть, там уже синий, срочно! Блять! Вперед! Вот эти жесткие они! Они вообще жесткие вот эти, с черными доспехов. Добивай все. А, типа надо ставить эту херню сначала. Да. Вы выбрали всех. Кто погиб? Только новорожденный погиб. Всесветский погиб. Король Назгул живой. И только новорожденный живой еще. Степан! Нет, Степан живой. Нет, Степан погиб тоже! Бежим! А теперь поплющите имперцев при помощи катапульты. Вот синие. Вы суки. Синие. Хорошие. Красные. Зеленые. Буйные. Все. Синие. Красные. Зеленые. Вы выбрали все. Да. Синие, красные. Сейчас будем мстить. Вы сейчас огребете. Я вижу башню. И башня видит меня. Держи подарочек, скотина. Чуть-чуть повыше. О, мой зло, там имперский легион марширует, а? Башни нету. Отлично. Вот это уже башни сейчас не будет. Ой, как попали, а? Интересно, а нельзя ли такую штуку использовать на охоте? Мне кажется, дичи потом не останется. Это чё, он и, кстати, регион стоит. На вам, зараза.
Смотри, они, да? Почти никто не погиб из них. Уи. Уже все башни уничтожили, да? Да. Опа. Держи подарочек. На! Отлично, повелитель. Берите сердце башни и переходите к следующему холму. Далеко. Перелет. Опа. Пацаны, вы... Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю вот так. Бля, чуть-чуть не подолет. Зря вы на мост вышли, ребята. Бля, перелет. Нихера себе, они побежали в укопашку? Синие, стоять здесь. Становись вперед, на мясорубку. Смотри, все в бой! Смотри-ка, там легион идет на нас, а? Вы что думаете, мы вас испугаемся, что ли? Меня напрягают там эти, конечно, жестко. Синие! Вы выбрали всех! Чего вы собраться-то не можете, не понимаю. Опа, прям в нас попали, а? Опа, синие! Синие, давайте сюда, 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 сюда. Выманивайте их, выманивайте! Все! Синие! Остановите себе рукопашку, вперед! Носи вперед. Командира! Даже два командира, смотри-ка. Надо потом метнуться в башню и воскресить этих наших чемпионов известных. Чашка будет без этих ребят. Что интересно, нету? Вы мне эти лучники достали, ай да? Чуть не у секира, сейчас ты сделаешь, а там башка. Ай, сердце башни оставили. Зеленая, да. Вы лучшие из лучших убийц, так что из-за этого будете таскать. Короче, ради с нами, да? Короче, ради с нами, кстати. А, нет, вон же Степан живой! Степан, окажется, живой все это время был! Сразу видно лучший следопыт, незаметный. Слушайте, ребята, вы чё? Засуньте-ка им эти стрелы, знаете, поглубже. Ну-ка, чё ты здесь делаешь, а? А, есть житель, оказывается, есть, нихера. Ломай, грабь, убивай. Ты там застрял? Эй. А вот и волки, кстати. А, так, несешь мне золото, да? Синий, красный, зеленый, прихвостни! А вот и волки. Кавалерия снова в сборе. Наши всадники апокалипсиса. Как там было в этом ведьмаке? Бурая хорупь, да? Кавалерия, которой там все боялись. Отлично. О, гаргантюа, какие люди!
Бока убили. Ломай. О, смотри, сколько золотишка, айдай. О, еще и души. А еще увеличивается, увеличивается мощь нашей армии. Один катализатор заклятий. Не забудьте заглянуть в магическую комнату и присвоить его какому-нибудь заклятию. Да уже некуда уже, наверное, качаться. Ждем осадки нашей былой армии. Все они, конечно, придут. Да, придут, вон бегут. Степан-то... О, нифига себе. Вот это он легионерский шлем себе взял черный. Мы разберемся. Тяжко будет, но мы разберемся. Лучники, сука. Или не лучники? Это не лучники, это камень, это... Это поджигатели! Давай, убивай их! Мужики, нет! Живите! Ебать, синие! Па, у нас потери! Нихера себе, чё он не умирает-то, бля? Синие лечить не успевают, смотрите. Синие не успели всех воскресить. Зараза, а. Потери дичайшие просто. Я метну сейчас на базу. Вперед! Понял, а что они убегают? Назад? Мне это не нравится. Зеленые новички, блин. Кому ничего не надо, особенно новичкам. Нет, ничего не надо. Опа. Уже мирные жители пошли. Опа. Интересненько. Мы, кстати, обратили внимание, мы еще ни одной ту не нашли даже. Синий, красный, часовой. Вы выбрали все. Поджигайте, поджигайте его. Гори, гори, ублюдок. Ни одного места мы не нашли для пауков. Как я и говорил, здесь от них вообще смысла нет никакого. Он далеко убежал. Зараза, а? Иди сюда. А мы здесь просто чем? Сойда вперед. Девочки. А у вас здесь нормальные девчонки? Я думаю, у вас только одни жиробасины, кстати, вот и они. Бежим, бежим! Нас удары убили. Ну, вперед, мужики.
деваться некуда. Вперед, порываемся. Я должен порваться до этого. До генерала, вот он. Отлично. Теперь ломайте их строй. Синий. Синий. Мы выбрали все. Давай, уничтожай. Что происходит, блин? Вот зараза, а? Охренеть, у нас потери вот этих придурков, блин. Да. Недаром последний я. Не те лошары, которых мы до этого постоянно убивали. Назад все придурки. Вы совсем что ли уже с ума сошли? Блять, здесь у них этот опорный пункт. Назад, сюда, быстро, 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 пускай идут дальше. Бежим, бежим! Повелитель, уничтожьте казармы! Разбегаются, это мне не нравится, вообще не нравится, что они разбегаются все разные стороны, прихвости и... Блять, ну куда вот он побежал, вот один, а? Да. Потери дичайшие. Где вот еще трое? Бежим, бежим. Синие. Синий вообще один остался. Сейчас придется метнуться на базу. По-другому никак. Мы всех элитных бойцов потеряли. Степан еще живой. Мы потеряли двух этих губернаторов. А куда они стреляют, я не понимаю. На базу. Так, я это сделаю за кадром и вернемся через пару минут. Такс. Еще одна такая выходка, и мне придется сворачивать серию и идти фармить. Потому что у меня вот 200 штук всего осталось. А было при... А было... Я одна... Восстановление любого прихвостня, короче, вот этих элитных. Стоит от 20 и 18. Сумма, конечно, запредельная. Самые уж не пострадали, это зеленые. Ну, что не надо? Синие! Все! Занимайте позицию, а я пока поразвлекаюсь. Отомщу за погибших. Они словно специально выстроились так, чтобы нам было удобнее раздавить их камнем. Именно. Лучников, конечно, до хера. Я, наверное, зря поставил этот. Синих всех сюда надо будет оставить там. Чтобы они лечили тех, кто погибнет от огня. Синие! Лечи! Осадной базы. Сука! Уничтожьте их прежде, чем они доберутся сюда! Так и думал. Красные! Все! Синие! Красные! Все! Красные! Все! Выступай!
Нихера себе, осадные башни поехали! Недолет. Прям жесткий. Ай, или сломало? Нет, не сломало. Недолета. Что-то я не понял, осадные башни какие-то, кто кого штурмует? Нихера себе, неужели недолет? Вроде далеко целился. Ах, нифига себе! Или она с первого выстрела не подыхает? Получай. В натуре она с первого раза не подыхает. Держи подарочек. Готово. Что, следующее? Ща мы на сам максимум. Куда летит, интересно знать. Там еще одна башня осталась, смотрите. Там за пригорком. Так, зеленые выносильщики. Вы выбрали все. Ну, пойдем дальше. Опа. Выступаем. Ты можешь пойти? Не так? Ах вы суки! Ура! Ах вы ублюдки имперские! Все! Извините, что я про вас забыл, один тотем какой-то стоит. Готово. А он тех он может там успокоить? Нет, нельзя. Так. Назад. Стойте здесь. Господин сам решит проблему. А, думали, наебать меня сможете? Ладно, пойду сам разберусь с ними. Зараза! А вот и нет. А вот и нет, братаны. Волки. Синие, бурые. Седлайте. Вперед. Вы выбрали все. Пошли воевать. О, мать. Опа, это же этот преторианцы. Назад! Назад! О, Степан в последний момент успел убежать. Же тут остался там. Синий придурок, как ты там остался жив, я не понимаю. Стоять здесь всем.
Ой. Извините. Придурки. Да. Камикадзе грубо. Да, поджигай. Сапёры недоделанные. Ну и сейчас вы огребете у меня. Адам, ты понимаешь, что у тебя шансов нету? Бегите все сюда. Чё вы там застыли? Придурки натуральные вот, блин. Синий, красный, зеленый, рыхлый. Вперед эту сторону! Бурые! Бурые! Бежим, бежим! Давай, убивай их! Степан! Зараза! Степан погиб. Прекрасно. Вот ублюдок, а блять, это пиздец. Я не могу без мата эту ситуацию объяснить, народ. Чё за гандонского врага создали, а в этой игре разработчики? Охуеть просто. Меня бомбит, это на самом деле бомбит. Пиздец. Всех, кого я воскресил таким трудом, все сдохли. Блять, а. Да. Просто один ублюдок с гранатой, блядь, всех, всех убил. До последнего я их там сейвил, и он все-таки всех убил. Шикардос. Ваше здоровье улучшилось. Эх, вот бы мне так. Вообще новорожденный. Оф, это будет вообще больно. С вилами еще, сука, крестьяне пошли на бой. О, мы, сука, зеленые еще сдохли, оказывается. Буры. Да. Вперед. Че, убить одного легионера, жалко вы не можете. Так всех просрали, блять, молодцы. Отправляемся дальше, к следующему холму, повелитель. Увы, на нем имперцы выстроили форт. Че вы делаете? Ну вы с этим справитесь, я уверен. Вот из-за того, что я поднялся наверх, вам надо всем застрять в стенке. Где вы все вообще, не понимаю? А, вон вы здесь и застряли, молодцы. Меня так в Колизее не бомбило, как здесь, и серьезно. Придется опять идти фармить прихвостни. Чтобы воскресить всю элиту. Там такие элитные бойцы подохли, то я не знаю. Но все при том, все! Ой. Серию эту завершаем штурмом города и идем. Застряла! Быстрее! Солдаты, вперед! Бля, там трибушет сейчас не будет по нам стрелять? Трибушет я вам вижу.
в этой башне делать. Повисла. Не недооценивайте силу большой давящей штуки, повелитель. Нихера себе вы, блядь, пострелять. Один раз. Блять, ебать. Ну это пиздец, народ. Просто пиздец. Убей-ка меня лучше. Ой, ебать, это вообще отсюда начало. Ну хотя бы бойцы живые будут. Так. За кадром я это сейчас сделаю все. Ну, слава богу. После смерти все эти ветераны ожили мистическим образом, так что штурм продолжается. Я уничтожил осадную башню, вот отряд придурков легионеров, чтобы они нам не мешали. А то я чувствую, нам придется под обстрелом катапульт побегать. А они еще и взрываются хорошенько, так. Там я сундуки увидел, которые раньше не видел. Ну что же, тихо. Такс, мужики, идем, штурмуем, фокт. Чуть-чуть ушники остались. Опять кто-то застрял, пропал. Нормально. Пока не стреляет. А, ошибись, накрыли ворота. Что ты там? Что ты вот там делаешь, а? Это кто, владыка демонов Нордберга? Эй, это что за? Уходи! И вообще никого нет дома! Ага. Опа, я понял приколы. Мы тут в безопасности? Ведь правда? А где еще стоять здесь всем? Я хочу обследовать территорию. Уходи! И вообще никого нет дома! Ага. Оставь нас в покое! Стреляй, сука. Оставь нас в покое! Ну? Валим. Ты не попадешь сюда. Так, теперь вопросится на засыпку. Она сюда стреляет. Что за статуя, блин? Ну? Всадники застряли где-то опять. Так, все, она стреляет. Уходи! И вообще никого нет дома! Вообще! Бежим, бежим! Это кто? Владыка демонов Нордберга? Давайте, мужики, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Сука! Помогайте быстрее! Бежим! Тащите быстрее! Синие! Ну чё вы застыли? Бежим! Сможете оживить, нет? Ну, конечно, пиздец, таскаете их, чтобы оживить. Я так понимаю, не дооживили, да? Хотя бы так. Хотя бы так. Кто из вас смелый? Неси, 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 бросай. Все здесь, все, что надо, найдите себе, возьмите.
Бёрн, вы самый бесполезный из этих. Не понял. Назад, назад, мы ее не уничтожили. Мы ее не уничтожили. Да. Ты еще медленнее не мог бежать, братан? Бурые! Синие! Да уберите вы этот... Бежим! Бежим! Еще дальше расстояние не могли сделать, чтобы этот... О, теперь другое дело. Вы выбрали все! Живой, нет? Живой, тогда. Пора ломать врата. О, вперед! Заныкались, а то здесь, понимаешь ли. С кем ты дрался? Синие! Все! Синие! Красные! Заряжайтесь катапульту! Всадники! Синие! Вы выбрали все! Остальные все занимают оборону. И мы сейчас как хорошенько жахнем. Ну ай да, скотины. Давно пора вам. Давай, бум! Дух! Армагеддон! О! Другой дед! Урукул, который из себя представлял империю повелитель. Теперь нужно разобраться с гномом. О, взрывательная... У нас взрывалка появилась. Другое дело. О, посмотри-ка, какие, а. Еще есть Черный Легион, да? Да, Черный Легион. Не ссать! Все, теперь можно повеселиться. Сейчас я вам устрою райскую жизнь, ублюдки. Много наших вы кул убивали. Многие не увидят этого славного денька. Самое важное, что наша элита здесь. Опа. Недолет. Ну, держи подарок. Блин, смотри, какая зараза живучая. Ладно, заряжай на максимум. Это должен уже долететь, наверное. О, отлично, и самый максимум. По этим сложно будет попасть, а не в линию эту построить. Наверное, все, да? А, мужики, мы долго ждали этого часа. Мы долго это терпели, это унижение.
Нас долго мучили, особенно синих. На арене использовали как игрушку для развлечения. Пришло время отомстить. Мужики, это наш звездный час. Ни хрена себе, блядь! Вот это да! У нас настоящее знамя легиона! Блядь, Максимус апнулся. Максимус, это же Максимус, да? Нет, Максимус другой у нас. Уважаемые подписчики, давайте на 7 минут я с вами заканчиваю. По-моему, следующая миссия, следующая серия у нас получится последней. Спасибо всем тем, кто смотрел. Увидимся в следующей серии. До скорого!